Юрий Луценко настолько окреп после операции в Варшаве, что сегодня появился в суде Киево-Святошинском. Там рассматривается его иск. Напомню, в конце декабря, после того, как Европейский суд по правам человека признал его арест незаконным, Луценко потребовал привлечь к ответственности первого зама генпрокурора Рената Кузьмина и следователя. Они и санкционировали тогда взятие под стражу. Однако ГПУ не стало рассматривать эту жалобу, и теперь Луценко пытается выяснить, почему. Следователь, который вынес решение, в суд сегодня не явился. Вместо него на вопросы экс-министра отвечал прокурор. Присутність слідчого не потрібна під час оскарження у суді, а потрібен бути або слідчий, або прокурор. Я не добиваюся тюрми для тих посадових осіб, які вкинули мене в тюрму незаконно. Я готовий примиритися з генпрокуратурою ціною звільнення Рената Кузьмина від його посади. Суддя об'явив перерив до 18 июня, а Юрій Луценко заявив: я повністю готовий до повноцінної участі в українській політиці.